Итак, друзья, мы пришли, сейчас будем кормить малыша нашего медвежьего медведя смесью. Мы связались с центром для медвежат, собственно, как мы и полагали. Есть несколько схем и вариантов кормления. Это либо натуральное молоко по типу козьего и коровьего, либо специальные смеси для детей. Вот. Также мы связались с нашими врачами и решили, что вот такая вот смесь карбита или кабрита, по-моему, кабрита, наверное, одна из самых лучших по опыту многих зоопарков. Ее выкармливали человекообразных обезьян, медведей. Вот. Ну и, значит, конечно же, мы купили эту смесь. Будем сейчас кормить его уже второй раз после приезда. Ну, вот сейчас будет второй раз. Но мне, друзья, не очень сильно нравится, что он пока не очень активный. И, знаете, очень нехорошее у него, мне видится, состояние. Он очень ослабленный. Хотя бы не кричит от боли. Но в любом случае это... Так, это у нас моча или это кал? Угу. Так, судя по тому, что сходил в туалет, это все-таки наш понос. В общем, начнем сейчас дачу препаратов, которые будут помогать его пищеварению. Но малыш, друзья, очень-очень-очень-очень... Так, стоп. Ты чего? Так, медвежонок. Либо, друзья, он просто отсыпается, потому что температура у него в норме. Сейчас проводил термометрию. Он, вероятнее всего, отсыпается. Так, давайте я положу нормально. Так, вроде ногами двигает. Головку, пожалуйста, тоже клади вот так, чтобы ты мог нормально дышать. Проводила термометрию, температура у него в норме. Он, в принципе, ее нормально держит. Поэтому, возможно, он просто отсыпается после такой тяжелой. О, малыш. Так ты хоть, пожалуйста, двигайся, потому что, друзья, все равно, несмотря на то, что это очень мило, меня это очень пугает. Ты будешь кушать, нет? Или ты просто пока что отсыпаешься? Палец будешь сосать? Зубов, друзья, нет. Вообще зубов еще нету. В общем, ну, честно говоря, страшновато, но... Он сейчас под контролем, держит температуру. Просто, возможно, отсыпается после такого сильнейшего стресса для организма, после такой тяжелой дороги. Так, друзья, давайте-ка я вас сюда вот положу. Вы тут у нас полежите. Кули здесь твои, которые везде поприлипали. Ты уже в них испачкался, или это мы пропустили этот квадратный миллиметр твоей головы? Ребенок, а ребенок? Ты чего? Ух, ты будешь кушать? Мы кушать будем? Скажи мне, пожалуйста. Меня смущает то, что ты не... О, ты давай, ты можешь спать, только, пожалуйста, кушай. Нет, да? Ой, друзья. Собираешься? Ну, ты можешь хотя бы голову поднять? Вообще-то страшно. Ну, вкусно, видишь, вкусно. Ты уже кушал эту кашку. Давай. Так, мы не плюемся. Мы не плюемся, давай. Перед тем, значит, как ты будешь плеваться, я тебе положу. Друзья, страшно, страшно на самом деле. Сейчас, сегодня, значит, у нас будет очень бессонная ночь. Несмотря на то, что малыш вроде бы стабильно спит. И пока у нас нет критических показаний к тому, чтобы
что-то с ним делать, друзья, но он очень-очень неактивен. Давай. Но нам надо покушать по времени, тебе уже пора. А что ты голову не держишь? Вот так, друзья, я вас поставил. Сейчас буду пробовать стимулировать его дефекацию. Это детская туалетная бумага, которая очень нежная, ну и для нежной кожи медвежонков. Давай, значит, уберемся мы с региона, так сказать. Вот так вот. Ты, может, поднимешь все-таки головку? А то ты меня беспокоишь прямо. Давай, сладкий. Мы с тобой будем дружить. Мы с тобой будем хорошими друзьями. Давай, значит, хотя бы на эту сторонку. Я сейчас сюда вот положу. Положись вот сюда. Вот язык вытаскиваем, видишь? Давай. Просыпайся, приходи в себя. Кушать будем? Ну, это мне, конечно, не нравится. Так, друзья, вроде бы чуть-чуть пьет. Видите, глотательные движения у него очень слабые. И сосательного рефлекса вообще нет. Но вроде бы глотает он у нас молочко. Давай сам, значит. Видите, дорогие друзья, очень медленные глотательные движения. Ну, вот-вот-вот, подтягиваешься. Давай, давай. Нет? Ну, ты же лапками уже пытаешься и подтягиваться, и... И все делаешь. Так что вот как-то так, дорогие друзья. Вам всем доброй ночи. Я надеюсь, то, что эту ночь мы переживем, потому что пока история так себе.